Я вот только один раз еще успела встретиться с видеокнижкой. Но вот это состояние, что душа вот танцует, оно ну, настолько в восторг привело. Вот появилось издание, и вот как в песне поется, устроила праздник эта видеокнижка. И сердцу, и чувствам, вот всему-всему. Это вот ну, просто удивительная красота ее, удивительная такая легкость, воздушность, интонации автора живут в сердце. И так хотелось, чтобы вот мое сейчас вот чтение именно вот этим интонациям созвучило вместе с ними, вместе с музыкой звучало вот постараться именно так, как это поет сказочник. Это вот такое было прекрасное действие, прекрасное чувство и праздник на сердце. Действительно, вот эта душа танцует. И видеокнижка, и книжка в конце танцующая, она прям, ну прям, как это подтвердила, что ли, то чувство, которое в душе рождается, что танцевать в душе под эту музыку, ну, очень-очень полезно, радостно, счастливо и приятно. Такие самые первые впечатления пока. Спасибо вообще вот за такой подарок. Она прям вот открывает, и что такое дарить подарки, и что такое дарить радость. Вот все в этой книжке открывается сердцу вот как-то по-новому, на новой волне вот этой легкого танца души. Спасибо.